На 22% увеличился турпоток в летний период. По самым скромным прогнозам, итоговая цифра роста за весь 2014 составит 30%. Но и этого мало, считают в мэрии. С учетом того, что номерной фонд на курорте возрос вдвое, нужна загрузка как минимум на 50% выше уровня до олимпийских лет. Как загрузить здравницы по максимуму этой зимой и следующим летом? Эти задачи сейчас решают в мэрии города. Сегодня администрация Сочи начинает большой рекламный проект, направленный на продвижение курорта как на внутреннем, так и международном туристских рынках. Речь идет о презентации 40 гостиничных, санаторно-курортных и горнолыжных комплексов в российских городах-миллионниках, а также за рубежом. На первом этапе в Республике Беларусь, Китае и Азербайджане. У нас все создано для того, чтобы туристы к нам приезжали круглый год и радовались. Ведь сегодня на самом деле мы входим в десятку лучших городов мира, лучших курортов мира. Какие мы будем предпринимать меры к тому, чтобы действительно и сезон зимний этого года, и летний сезон 2015 года был действительно успешным. Для нас самое главное – это событийные мероприятия. В Екатеринбурге планируется большая встреча, презентация нашего города и наших здравниц. Будет организованы 3 встречи. Первая встреча с работодателями, теми людьми, которые основные заключают договора с нашими здравницами. В ноябре курорт будет представлен на крупнейших международных туристских ярмарках в Лондоне и Шанхае. Также этой осенью в самом Сочи, в Имеретинской долине, впервые пройдет крупный туристский форум. На его полях встретятся ведущие туроператоры страны и 1500 представителей гостиничной отрасли, экскурсионных фирм Сочи. Планируется подписание целого ряда договоров на следующий курортный сезон. Бороться за туриста на этих встречах будут не только тяжеловесы гостиничного бизнеса, но и порядка 80 мини-отелей и гостевых домов. Инга Габейшина, телекомпания ФКТ.